нарядились, оделись, идем праздновать день рождения. Причем двойной день рождения у моей мамы, день рождения. Ей исполняется такая интересная цифра 7 и 7. Итого 77. Вот. И у моей двоюродной сестры тоже день рождения сегодня. Сегодня. А у мамы на неделю было раньше. Ну и, естественно, мы договорились, чтобы был выходной день, потому что Полинка дома. А так она учится. Ну и сестра тоже работает, как говорится. В общем, нашли такой день. Как раз в этот день у нее день рождения и выходной. Вот. Так что отправляемся в Томато. А сестре исполняется тоже круглая дата у нее, 50 лет. Мне исполнилось в феврале. Я чуть постарше, а она чуть помладше. Вот сейчас исполнилось только. Ну все, отправляемся. Погода сегодня на улице такая облачная. То солнышко, то вот солнышко скроется, облака. Прохладная погода, за окном 17 градусов. Будем немного утепляться. Так, ну что, идем. Мы, наверное, первые придем. Все остальные подтянутся потом. Идем мы в Томато, как я уже сказала. Будем сидеть вот здесь на улице. Сейчас посмотрим, найдем местечко. И дождемся остальных. Ну что, куда сядем? Сюда или дальше? А я не знаю. Чтобы вот сюда. Да, давай здесь. Да? Вроде вид так не очень плохой. Там близко к дороге не хочется. Да? Ну, давай здесь тогда. Приземляйся. Или можно наоборот вон там подальше. Нет? Нет, там детская площадка, не хочу. Да, вот здесь получше. Да? Ну, давай тут. Здрасте. Спасибо. Нет. Все, будем ждать и искать красочное меню какое. О, фасоль есть, кукуруза. Так, это не летнее? Летнее, вот. Давай посмотрим, какое летнее. А, ну вот, вот это теплый мой салат. Салат с копченым. Это моцарелла? Но... Это моцарелла? Это похоже на моцарелла. Про сливочный сыр. Знаешь, моцарелла? Нет, или вот тут братка тоже ем, наверное. Шашлык. С корнишонами, с картошкой, с двумя соусами. Свинина по-тайски. Ну, в принципе, то и напитки. Вот, видишь, мороженое, лимонад есть, яблочный сок, апельсин, клюква, фреш лимона и сироп. Не, грейпфрут. Я бы не пила бы. О, смотри, правда. Мороженое, сорбет. Я никогда кофе не пила. Ну, и может быть. Ну, все, ищи. Как тортик сделал? Все, именинники пришли. Нет. Два именинника. Вот такой вот квадратик. А, ну что, немного не надо. Да, но он очень жирный. Сливки и масло. Что-то не подрассчитала. Сливок буквы. Ой, выбирается. Вот я летние, даже не знаю. Летнее меню. Ничего не надо. Именинница собралась сделать зубы, обточила их, и теперь будет сидеть голодная. Да. Так, ну, чуть-чуть. О, я миласку хотела. Ну, я то, что ты будешь, потому что я особо тут. Кто ее будет я есть потом? Я дешеву заказала. Я взяла. Она же целиковая. Я взяла с собой. Я все съела. Обувь, вообще, как с ними отдыхать, да? Она посуду с собой взяла. Пришли в кафе. Нет, я взяла, тут я курс нигде идет. Я, ну ладно, может, тебя оставим, домой принесу. Что прям так неважно чувствуешь. Да? Ну, вот видишь, мы с ней вот именинники, и я иду какая-то чудная. Ну, она... Погода, погода. А, я что взяла-то? У тебя летнее меню, а есть еще основное. А я не пойму, что это мне. Вот, видишь, сколько тут дали? Тут по два. А, нас двое было? И дали два комплекта. Так.
ты опять смотришь летние, по-моему, или что ты смотришь? Нет, я смотрю кофе. Так, кофе. Ты так, так будешь в очках сидеть? Окна подойдут? Ну, позовем. Когда мы ты сначала выбери. Миланская. Она нормальная? Да. А тут зеленый. Нет, я салат. Я еще хотела себе отдельный салат. Отдельно? Да, давай. А, как отдельно? Ну, цезарь. Пиццу и цезарь. О, я посмотрю, что это за цезарь. Цезарь есть, по-моему, мы смотрели на сайте с креветками из курицы. Ну, да, вот здесь, чтобы не оставить. Вот. А почему с вами? Ну, пиццу какую берем? Милу. Я хочу заказать свинину на гриле. Надеюсь, что мне не будет. Не будет. Нет, здрасте, ты чё, мука? Какая пицца? Там мука, сахар. Ты чего? Не, на печь. Я буду. А я говорю, мне мясо какую и салат. Ты, какую выбрала? Милан. Я мясо выбрала. Вот это салат. Вот, Полина, ты живешь, ты такие... Ну, а ты мясо не хочешь заказать? Там есть это... Не хочу мясо. Не. Но оно мягкое будет. Не делаешь. Оно как котлета я такое. Я хочу пиццу, но не один. Но они все одинаковые пиццы. Они вон, какие ела, такие и будут пиццы. Как с утра ты ела. Ну ладно, какую пиццу я не пользуюсь. Ой, это классно. Милан. Но вы-то едите, вы вкусные, едешь, куда ты же. Миланская, там есть куриное филе. То есть нас троих там вот кто по литературе делал, на научно-практическую конференцию, там среди учителей мы рассказывали. Мы, наверное, получили типа второе место. Ну, там написано призер. Первая школа, да? Да. Ну, как вы представители от первой школы, да, получили второе место? Ну, там призер написано. Там нет, это, наверное, по школе, да? Не по школам, а по школе. Нет, тут классно. Нет. Я тарелки, наверное, для пиццы принесли, да? Да, они теплые все. Ну, нет, зачем? У меня не будет пиццы. А, нет, это паром как зайти. Дезинфицируют. У вас тоже паром? Да, надо попробовать. Да, попробовать. Водичку чуть-чуть наливаем, да, тут тоже соль еще, да. А то не надо говорить, налить туда этого молочка. Кокосового. Кокосового, ну дядь Коль вот деревянный. А ты знаешь, что он делает? Он пьет с чаем и молоко. Чай пьет. Ну, как пьет. Кошмар. О, какой у тебя это мята. Ну-ка, сюда поставь, я посмотрю поближе. Холодный, да? Мята и... Я забыла, что. Киви. Полина, слушай, а может и я могла бы выпить? Могла. Я не буду. Да, я попробую. Полине предлагаю. Полина, мы с тобой. Холодный. А, там сахар. Нет. Зря я попробовала. Видишь? Она сахар. Ну а тут-то сахар. Тут всегда уже, я забыла, я попробовала. Ну ладно, ничего страшного не будет. Ну ты бы сказал, тебе сахаром сделали. Ну это надо спросить у них, да. Конечно. Не без сахара будет не вкусно. Ну кисленький будет, да. Интересно, греческий, чем полит? Бери, да. Можешь есть уже, конечно, салат. Ну, это салат вам наложили. Обычный салат. Почему? Обычный салат, вот именно. Я посмотрела, что все время ты заказывала. Теперь буду да. Ну, что там стоит, блин? Вот, там салат, мясо, сыр, сухарики, помидоры. Там видно сливочный там, соус. Салат и это, как ее? Не оставляй. Курица. Когда же мне делают из обуви, чтобы я могла бы тоже все есть, да? Люблю соус сливочный. Ну ладно. И я думаю, что через месяц я буду с зубами. Так, а я жду мясо.
Мясо на гриле. Ага. Давно ты такие салаты не ела, да, Полина? Я не ела салаты. Я и говорю. Где там сметаны полили, да? Ну, какой-то соус, тебе сказали. А тебе ничего. А у меня вот я не пойму. Или масло какое-то. Вот я не спросила, чем. А я же хотела спросить, чем они польют мне салат. Ну, чем туда забыли полить? Ну вот, принесли пиццу. Ну что, Людмила Федоровна? Так, а моего мяса еще нету. Ну давайте вы хоть пока начнете есть. С днем рождения всех. Да. Лен, давай. Лен. Ну ты лучше встань. Лен, встань. Убери вот эту свою. Да. Хорошо. Отдай туда. Взад. Она полезна. Да, 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 но она полезна, но надо получше ее. Там намек есть. Да. Пожалуйста. До свидания. Конечно. А ты сказал, я еще целую пиццу съем. Поэтому я тебе сказала. Как ты? Передышка будет. Передышка у тебя будет. Ну, передохни, передохни. Мое мясо дольше все готовится. Тут тоже это, вот эти макарошки, типа, это сыр. И тут еще сыр. Все жиры, а это все сытно. Поэтому ты и наелась, конечно. Так, Лен, подожди. Я еще не знаю, смогу я. Возьми нож, нож, ножом. Смотри, какая у нее мелисочная. Да, мягкая. А что соленые? 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 Почему? Ну-ка, Лен, попробуй соленые мне. Да? Вот и посмотрим. Сыр соленый. Да? Чуть, ну, новую какую-то сделали с соленым сыром. Раньше не была она соленая. Соус. Не режьте, ни хрена. Пересолили, что ли? Круглая дата. Слева 50. Елене круглая дата. А у тебя тоже почти круглая. Нашей Елене Михайловне 77. 50. Да, круглая дата. Да, что? Где торт со свечками? Дома будет перед пятью. А, ну да, еще что. Хотели сюда торт принести, но подумали, что нам не дадут. Ну что мы будем желать? Здоровья. Я вообще только здоровья. И удачи. Да. Вот. Мне кажется, это самое главное, основное. Да. Удачи и здоровья. Деньги уже удачи от меня. Удачи будет и будут деньги. Здоровье будет и удача, и будут деньги. Да. Деньги. Ах. И тебя, говорит, может, родственник какой-нибудь. Как ты сказала, наследство, да? Да. Где ж такой родственник? Не знаю, в Италии какой-то делают. Да ты что, в Италии даже ты хочешь найти? Ну, хочешь в Африке, не знаю. Не, ну там помимо своих родственников хватает. Так-то что? Как-то и во Франции, и в Голландии у меня родственники. Ваня, Иван, и в Голландии. Оля, Федерина, во Франции. Ну там есть кому перепадет, не до меня. Поехали. Ой, хороший какой-то напиток, прям прелесть. Ну конечно, сахар наложили. А вот ты скажи, сделайте мне без сахара. Без сахара дайте. И будет кислый. Ну да, кислый. Потому что киви кислые. Зато натуральный. Помада не кажется. Я на Черниговском. Это филолог. В Ютубе? Нейро. На Ютубе, ага. Ой, вообще, наш мозг как устроен. Как наш мозг работает.
Оказывается, это сильный мозг. Целая машина. Конечно. И мозг, и организм как работает. Все по цепочке. Мозг наш вот затухнет. Именно она научная это, как мозг. Не то, что организм, а именно за мозг. Мозг еще питать надо. Жиры любит мозг. Да нет, не в этом. Это с научной. Про философию, я поняла. Просто настолько это мощная машина. Я удивляюсь организму, как работает все органы, так вот по цепочке. Да, у меня с этим днем рождения сорвалось немножко, ну ладно. Так, я еще кусочек упью. А как ты хотела? Ну что, пробовала вчера. Ты не кусочек, ты куда? Ты один кусочек, ты все, давай. Да конечно, что тебе это, дядь Коля. Ну ладно, я сейчас закажу ему домой. Он еще целый пицца. Надо ты думаешь, Маринка съест ее? Она тебе сказала. Вот именно. Она уже он еле-еле сидит. Полин, а то не дай бог. Не, ну она все равно всю не съест. Ну еще кусочек от себя. Как я в детстве ела две булки сразу. Но это в детстве. Это в детстве. В общем, любит поесть. Все едят, одна я тоже. Вы, наверное, будете потом на меня смотреть. Сейчас я на вас смотрю, потом вы будете на меня смотреть. Он всех расстает. Да, вот и пойдем. Сразу с первого раза. Нет, так нормальная температура, да? 17. Я думала, холоднее будет. Ничего. 17 градусов. Ой, чуть-чуть, Лена. Бери другой. Вот сюда ложи. Это вот из-за порки, вот из-за порки. Где это уже? Это? А у меня кружится голова, да? У меня опять кружится голова. Когда пойдешь лечиться? Не знаю. И а куда лечить? Я тоже. А чего лечить? И тебя? Да. Молодцы, ты не ваша. А у меня это. Да ты на погоду не смахивай, это все в тебе. Погода тут ни при чем. На погоду мы должны. Вы кому же много лет? У кого все хорошо в организме, погода ни при чем. Ну, у меня с детства на погоду. Ну вот. Значит, у тебя с детства уже что-то было. Нет, а... Да, я вспомнила сериал «Кухня» все. Да, вот, да, мое мясо принесли, картошка, грибы. Здесь что за соус? Соус, я соус есть не буду, хочешь, бери. Я потому что не буду соус есть, кто хочет, берите. Я начинаю есть. Так, ну куда пойдем, на фонтаны? 16:45, да. Как я угадала, что 45? Да? Ну, в четверг, классный час. Еще? У нее осталось 2 дня учиться. Понедельник, вторник. В среду она уезжает в Тулу петь. Ой. Хор. И все. А в четверг классный час. Все. О, конец. Да я так не хочу на классный час. Хочешь? Нет. И поеду. А потом в Питер поеду. Вот наши фонтанчики тут. Ой, да он себе купил. Он не хочет, не хочет. На солнышке прям тепло. Все хорошо. О, радуга. Да, тут всегда на фонтане радугу видно. Видишь радугу? Где? Видите радугу? Где? Ну, вон. Вон на фонтане. Да, вон. От водички, от солнышка. На камеру будет не видно, наверное. А, уже да, нет. И фонтанов нет. Все, стихли. Да, когда-то тут все было просто. Сейчас же жили бы, квартира плавала. Я помню, что я когда это, ты не слышала там квартиру, да? Да? Ну да, там их полно было. Мама пришла вот, вот с работы и полная квартира цыган. И взрослых, и маленьких. Откуда они взялись? Я всех привела. Они же хотели. А, ты привела? Да, а меня дед Митя всегда, дед Филюгин, всегда меня пугал. Вон, сейчас калитка откроется, сейчас цыгане зайдут и украдут тебя. Когда я плохо ела. Ты страну привела. Я гуляла, бегала, а есть мне некогда было, да. И вот он мне говорил, не будешь есть сейчас. Ну и все, а потом после всего вот этих историй с напуганием цыгане, я решила пригласить цыгане домой к себе. И все, мама пришла и вообще
Кто прыгает на кровати? Кто ест? Холодильник открытый. Дети хоть большие были и маленькие. Маленькие и взрослые были. Ну ничего не украли. Я не помню. Ну что, Полина, скажешь? Спать хочешь? Я не вижу ничего. А, ну да, надо было очки взять. Но мы когда уходили из дома, не было солнца такого. Напротив фонтанов это такая детская площадка. Я знаю, что там стукает сама коногава, поэтому не люблю такие. Ну, она для маленьких детей. Видишь, на низкая эта качель. А, ты имеешь в виду, как к центру да. Они все стукаются. Ну, там, видишь, маленькие дети должны быть. Туда, может, стукаться не будут. Куда хочет или определенно какие-то города. Идем, мы нашли вот такого жучка. Поэтому снимаем. Вот, давайте, чуть ты какая кислая. Полина переела. Глаза заведущие, все вкусно было, да? А теперь тяжко. Теперь надо все это переварить. Хорошо, солнышко вышло, а то с утра было мало солнца. Не, погода вообще супер. Если градусов 17-18, вообще прям прелесть. Не жарко, солнышко светит, птички летают, фонтан льется. Да. Скоро-скоро, Полина, и ты туда поедешь. Ой, медведь, смотри, панда. Так, откуда же он взялся-то? Откуда? Вот это география вкуса, может? Mm-hmm. Мышли не было этой панды, а сейчас взялся откуда-то. Что он пропагандирует, что хочет-то? Mm-hmm. Я прямо... Как-то странно, что я... Отдых какой-то. Ну вот, мы хоть тебя вытащили да. Погулять. Да. А то и день рождения. Ты слышал, она гуляет, там у нее дел полно. Ну, а я и говорю, день рождения надо гулять. Да. Тем более 50 лет. 50 лет и вообще. Крутя. 50 лет. Ты как на работе там это. Так, ну что? 50 лет ты не забудь, что тебе надо это перед тем, как мне уходить. А там одна женщина, как кому 50. Я говорю, у меня вообще юбилей, тебе 50 лет, да? Все правда, я говорю, нет, стоим смеем. 50 лет. Что, ну ты вообще это. Это не знаю ничего. Все будем по обстоятельствам смотреть. Я конкретно не говорю, что там. Все по обстоятельствам. Сейчас ничего предугадывать нельзя. Всему свое время. Так, может, сейчас пенсию мне скажут. Так, здравствуйте, Екатерина Николаевна. Разогналась, ты слышишь? Че? Вам начислена пенсия. Она начислена. Ну да, она говорила, ждет. Да, поэтому... Надеется. Тогда все, да. Тогда соцконтракт отменяется. Ну а если не дадут, значит соцконтракт в следующем году. Покупать нечего будет, что им... Да, поживем, увидим. Что из Азии будет? Мы сейчас не можем делать такие прогнозы. Говорят давно YouTube закроют. Уже третий год закрывают. Вот. И так каждый год говорят. Осенью, зимой, весной, летом. Так, ну что, сестру мы проводили, до дома довезли. Сами сейчас идем в магазин, да, зайдем по дороге. Кое-что прикупим. Ой, сейчас расскажу вам самое интересное, что произошло. Но, наверное, расскажу чуть попозже. Я сейчас в магазине не буду рассказывать. А когда выйду, расскажу. Надо кое-что посмотреть, прикупить. Ягоды кончились сейчас. Может, яблочек прикупить.
бананы по 100, яблоки Golden по 100. Клубничка 70 рублей, черешня 500 рублей, абрикос 250, нектарины 300 рублей, персики 250, виноград 330, конференция 290, красные груши 230, морковка чересчур крупная, так, а почем она? 53 рубля почти. Капуста уже ранее 69 рублей. Так, вот ягода. Плохо без скидки. 300 рублей. В ту неделю приходила, были 250. Ну, придется взять. У нас кончилось. Брокколи 300 рублей. Перец здесь 330. О, редька появилась, дайкон. 80 рублей вот такая. Так, капуста пекинская 130. Лук, имбирь какой-то плохой, 40 рублей. Есть авокадо, 70 рублей штука. И за две штуки 160 рублей. Кабачки 130. Салат. Вот салат Романа. А где ж тут Романа? Вот этот нет. Какой тут салат? Нет, это маслянистый красный салат. А Романа, наверное, был. А, вот этот. Что-то он какой-то завядший. Нет, такой не очень. Так, что тут еще? Огурцы 140. Такие 180. Данные помидоры 300. 300. А вот эти круглые 160. Ну и вот такие маленькие черри тут много. Так, ну вот мои покупки. Я, правда, уже упаковала, купила. Значит, это салат. Вот такой шампунь Полинки в мягкой упаковке. Вот этот салатик купила. Это мороженое, кукуруза и 8 овощей. Там такую овес резанный. Не овсянка, а овес резанный. 20 минут варка. Три пачки яблочки, брокколи и ягоды. Так, и по чеку у нас что тут вышло. Вот такие цены. Вот такая сумма. Ну и шампунь сюда. Итого где-то 1200. Шампунь по 100 рублей. Все, теперь до дома. Так, ну вот, вернулись домой. И здесь нас ждет вот такой красивый тортик. А, сестра моя, конечно, с нами не пошла. Ей завтра на работу. И вот, получается, она нам оставила вот такой торт. Это Наполеон. Так, сейчас мы его распакуем. Такой красивой коробочки прям. И вот сам тортик. Так, выглядит аппетитно. Жалко, что я не ем такие торты. А прям хочется съесть. Наполеон был раньше мой любимый тортик. Вот так. Ну что, давайте расскажу, что же я хотела рассказать. Что же сегодня произошло. Идем мы с дня рождения. Сестру проводили. И к нам подходит пара молодых людей. И мне вопрос задают. Вы, говорит, океан счастья? Я говорю, да. Ой, мы вас смотрим, можно с вами сфотографироваться? Ну, конечно же, я сказала, конечно же, можно. Они мне показали, говорят, вот океан счастья в телефоне показывают. Мы на вас подписаны. Вот. Сфотографировали меня. Потом с Полинкой сфотографировались, ее канал тоже смотрят. Вот. Было очень приятно. Для них, может, неожиданно встретить меня в городе, а мне неожиданно, что все-таки со мной хотят сфотографироваться. Но, в принципе, ну, как бы я чему удивляюсь, все-таки город у нас небольшой, да, и вот все-таки в этом городе, ну, есть люди, которые смотрят меня и подходят ко мне. Был этот уже не первый случай, я про другой случай не рассказывала, но раз сейчас затронула эту тему, тоже расскажу. Тоже как-то по городу шла, зашла, кстати, в аптеку, мы тоже были с Полинкой вместе, вот, и
подошел парень молодой, наверное, лет, может, 16-17, тоже мне сказал, спросил, вот, вы Светлана, вот, с такого-то канала. Я подтвердила, он тоже мне говорит, мы вас смотрим всей семьей, вот с сестрой смотрим. Но он так очень нервничал на тот момент, когда вот я его встретила, что ж прям, ну, может, он боялся подойти все-таки. И вот так вот, ну, видно по нем, что нервничал человек. Вот. И он, конечно, мне видно было, что он, может, и хотел бы там, ну, может быть, сфотографироваться или, может, типа какого-нибудь автографа взять, не знаю. Но, может, побоялся. Все-таки, говорю, вот эта нервозность немножко, может, ему помешала. Но прям видно было, что он очень был рад встретить нас. И такая тоже встреча была и для него неожиданная, и для нас тоже неожиданная. Вот. Так что знают, подходят и просят даже сфотографироваться. Но вот удивительно, что вот и Полинка в тот раз удивилась, когда вот парня мы этого молодого встретили. Удивилась, что такие молодые, да, и меня смотрят, в принципе. Вот, и сегодняшние пары тоже молодые. Так что смотрят наши каналы. Если они будут меня смотреть, еще раз передаю вам привет. Было, конечно, очень приятно с вами пообщаться и, конечно же, тоже сфотографироваться. Так что, если кто меня смотрит и встречает в нашем городе, не бойтесь, подходите. Я всем рада, всем открыта. Приятно, что вы меня смотрите. Ну, вот такие дела. На сегодня уже вот день закончился. Наверное, буду с вами прощаться. И до встречи в новом влоге.